програмки, друзі. Традиційно ми повертаємося до вас. І як обіцяли, вже не самі. Сьогодні в нас в гостях голова Федерації кіошинка і карате Закарпаття, майстер спорту України, тренер вищої категорії з кіошинка і карате, володар чорного поясу, третій дан. А тепер ще і рекордсмен України, наш мукачевець Ігор Капура. Доброго ранку. Доброго утра. Раді вас бачити, раді вас вітати. Вітати. Крім того, що з рекордом, ще й дозвольте привітати вас сьогоднішнім днем народження. В таку чудову святкову мить знайшли час до нас завітати. Розповідайте, будь ласка, з чого почалося встановлення вашого рекорду з моменту подачі заявки і взагалі як виникла сама ідея от податися, стати рекордсменом України? Ну, в цілому, такої, скажімо, ідея фікс у мене визникла приблизно лет 7 тому назад. Вначале у мене було в планах выполнить рекорд отжимания от пола на кулаках. Я дошел до своего личного рекорда 1000 раз. Потом как-то это все в процессе у меня переигралось, и я уже решил все-таки сфокусировать свое внимание, свое желание и именно вот на специализации карате. Вот. И начал вот эту свою идею воплощать в реальность. Ну, примерно лет 7 тому назад. Ну, а як ви тренувалися для цього рекорду? Може, у вас якась спеціальна дієта була? Може, якось ви розробили тренування для рекорду? Як? В цілому, нічого особливого такого я не робив, сверхъестественного. Все проходило дуже просто. Ну, почнемо з того, що я ж тренер, я спортсмен, тому це моя стихія, я тренуюсь кожен день. Вот. И в зависимости от поставленных целей, над тем я в большей или в меньшей степени начинаю тренироваться. Ну а в целом происходило немножечко следующим образом. У меня есть свой личный тренажер, такая небольшая доска, на ней по кругу намотана веревка. Я ее прикрепляю к дереву, становлюсь в боевую стойку и наношу примерно по 100-200 ударов каждым кулаком. Вот и так вот по такому принципу я тренировался. Вот. А когда уже готовился к рекорду, то немножечко поменял специфику работы в тренировках для того, чтобы ну, вот, более серьезнее подготовиться к этому. Заявка на рекорд. Як подавалася, в якій кількості мали розбити дошку? От, будь ласка, покажіть мені, я покажу на камеру. От, це половина, все, що з неї, можна сказати, залишилося саме після ударів. Скільки мали ударів взагалі нанести? Скільки дошок поламати за ну, певну кількість часу? Ну, представителі з рекордів України сказали мені одразу, що для того, щоб встановити рекорд, я должен поламати 100 досок. Вот. Но я для себя поставил планку, и в моих целях было поломать 200 досок. Толщина одной доски составляла 2,5 сантиметра, хотя некоторые из этих досок были 2,7, чуть-чуть толще. Вот. И я должен был поломать все-таки 200 досок, и я готовился на этот именно результат усердно. И на тренировках пробных, скажу вам честно, за 5 минут я нанес 311 ударов, вот. Ну, сделал поправку, когда эти доски я получил, я увидел, что чуть-чуть мне не повезло, в том плане, что доски были влажные, так кроме того, да еще имели огромное количество природных сучков. И я понял, что работу мне это очень сильно усложнит по времени. Вот. Но, тем не менее, я видел, что у меня выхода особенного нету, и поэтому я к этому уже был настроен, что будет мне нелегко, и я должен все-таки справиться с максимальным количеством досок. Хто прийшов вот, підтримати, хто взагалі допомагав під час встановлення рекорду? Ну, масив людей був дуже великий, приблизно десь чоловік 200. Собрались мої воспитанники, ученики, родители, бабушки, дедушки моих учеников, они там с собой принесли огромные плакаты, там Игорь Петрович победитель, Игорь Петрович чемпион, спортивный клуб «Триумф» победит, ну и так далее. А скажіть, будь ласка, от які ваші наступні плани і бажання? Чи ви хотіли би перевершити власний рекорд? Чи, може би, ви хотіли поставити якийсь новий рекорд? Словом, які ваші бажання? Ну, в цілому, скажу вам так, що я був першим, хто зробив це. Тобто, розламав, согласно от зафіксованому результату, 100
63 доски. Я это сделал первый в Украине. Никто раньше подобного никто не делал никогда. Для меня это было тоже очень удивительным. Великою несподіванкою, да. Так? В Украине карате существует примерно с 90-го года, и никто никогда этого не делал. Хотя карате занимается, ну, очень много людей. И мне было особенно приятно, что я буду первым. А первый, вы сами понимаете, это есть первый. Вы еще не только рекордсмен, вы еще и новатор, что вам вот пришла идея, как называется цей вид тут розбивання дошок, як це називається? Ну, в карате називається тамішиварі. 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 Ну, это имеется в виду разбивание твердых предметов. Это могут быть доски, блоки, там, черепица, ага. Ледяные глыбы. Вот. Ну, в целом это называется тамішиварі, то есть разбивание твердых предметов. Разбивание. Ну, вот бачите, вы перший, хто, кому прийшла ця думка, в усьому перший, ще й рекордсмен нашої книги рекордів Гіннеса. А скажіть, Україна. Я вибачаюся, до Гіннеса, я думаю, от, так, бачите, я, до речі, про Гіннеса. Ви би хотіли би поставити рекорд Гіннеса? Я вам скажу так. Я вже поставив перед собою цю планку, і я планую подать заявку на рекорд Гиннесса в 2020 году. Сейчас я над этим вопросом серьезно уже начал работать. А в чем будет мой рекорд Гиннесса? Пускай это будет для нас, для всех, маленькой тайной. Сертификат бачимо рекордсмена України. Розкажіть, наскільки ця річ для вас взагалі є необхідною, чи раді, що отримали? Я безумно рад, потому что я понимаю, насколько этот сертификат рекордсмена важен для меня и для моих близких людей, кто меня поддерживал. Мама, друзья, спортсмены, родители моих учеников и так далее. И я понял, что я их не должен подвести, потому что я для них являюсь стимулом, я для них являюсь авторитетом. Поэтому для меня это очень важно. Ну, учитывая тот факт, что в этом году я уже, скажем так, для себя вторую идею фикс воплотил в действие. Я в мае месяце для себя решил выступить в Евромарафоне, который проходил в Киеве, и тоже привез медаль за первое место. Вот, для меня это тоже было почетно. Я никогда раньше не участвовал и так немножечко к этому относился, ну, так вот, как-то вот скептически, скажем. Но, тем не менее, я это сделал. Тоже для меня большая победа. И потом, после этого уже, вот, когда я выступил в Евромарафоне, я поставил перед собой цель, вот именно. А где будете сберегать сертификат? Скажу вам честно, у меня дома сколько медалей, грамот, кубков. Я так уже смотрел, куда же бы поставить. Ну, так уже нашел такое видное место. Там, в ряду з другими медалями, кубками, я там, наверное, поставлю його. А от скажіть, будь ласка, от ви тільки що сказали, що і авторитет, і в родині, і ми бачили, що ви надихнули навіть, я би сказала, і стали прикладом для своїх учнів, от які, може, тепер хочуть зробити якісь власні звершення, поставити якісь власні рекорди, не знаю. А хто був прикладом саме для вас? От хто вас надихав? Вы знаете, любой спортсмен, тренер, для того, чтобы развиваться, он должен для себя ставить какие-то цели, скажем, даже их придумывать, эти цели, и поставить себе вопрос, а смогу ли я это сделать, то, что я поставил. Вот я, наверное, скорее всего, скажу так, что я для себя сам так вот подумал, решил, что я в свои 44 года вот смогу сделать вот сейчас. Я думаю, а почему бы и нет? Вот. И вот поставил эту цель, для себя ее придумал в голове, решил і воплотив в дійстві. Ну, це дуже приємно. Перед нами людина, яка сама є оцією от рушійною силою, яка сама може надихати інших людей на якісь звершення, на якісь бажання, на якісь рекорди. А скажіть, будь ласка, от, кому б ви присвятили цей рекорд? Кому чи чому б присвятили б рекорд? Знову собі. Так. О, є якісь люди. А може... Ні, я би посвятив би этот рекорд в первую очередь Мукачева.
всем мукачицам. Почему? Потому что ровно в этом году 20 лет, как я здесь живу и развиваю детский спорт, а в частности киокушинкай карате. Поэтому для мукачева в первую очередь. Во-вторых, для всех своих спортсменов, для родителей, которые мне доверили своих детей, которые занимаются вместе со мной. Ну і, звісно, своїй мамі, своїм близьким і родственникам. От чи казали вам діти після встановлення рекорду, бачу, що їх було неймовірно багато, але наскільки розумію, це ще не всі діти, які були, саме ваші вихованці, чи казали вони: Ігор Петрович, хочу бути як ви? Вначале у нас був такий розговор. До того, коли цей день должен був наступити, мені многі спортсмени говорили: Ігор Петрович, а от ми в школі говорили, що наш тренер буде встановлювати рекорд. І ніхто не вірить. А теперь мы вот покажем им, что все-таки, вот видите, наш тренер какой молодец, и мы будем как он. Поэтому я думаю, что вот этим поступком, этим своим действием, может быть, они сейчас еще об этом не думают, но где-то там вот на подкорке у них это заложилось, и они, наверное, все-таки для себя что-то такое интересное выберут для того, чтобы быть как их тренер. Зараз в мене в руках от книга «Національний реєстр рекордів України 2018». І тут хороша така фраза: багато що вважалося неможливим, доки не було зробленим. Наскільки я розумію, в цю книгу вже в наступному році війде і ваше ім'я. Воно неодмінно, власне кажучи, війде в історію. Я думаю, так. Да. Мені подарили цю книгу іменно вместе з сертифікатом. Я так вже її пролистав і, звісно, був дуже удивлений. Все-таки человек – это такой как бы механизм, и он способен очень многое в жизни достичь и сделать. Только нужно усилия, желания и тренировки. А нам взагалі ще й приємно, що все-таки ім'я Мукачева з Закарпаття і ім'я Ігоря Капури буде у цій книзі «Книги рекордів України». Я вас ще раз дуже-дуже хочу привітати. Я вам обіцяю, як тільки ця книга вийде в 2019 році, першу цю книгу ви отримаєте. Телеканал М-студія. Дякую, дуже приємно. Дякую, ще хотів вас запитати, от ви кажете, розвиток спорту на Закарпатті, 20 років цим займатися, зокрема в нашому місті. Наскільки взагалі він розвивається з роками? Що можете сказати 20 років тому і тепер, 2018 рік? Скажу так. І чому необхідно це розвивати, до речі? Я скажу так. Кіокушинкай карате розвивається за ці 20 років настільки активно. И веточек, разновидностей именно киокушинкай, киокушин карате, очень много. Особенно вот за крайние 4-5 лет, очень огромное количество людей начало заниматься. Раньше насчитывалось по статистике занимающихся в мире 12,5 миллионов человек. Я думаю, что если сейчас будут подсчитывать, это будет на порядок выше. Вот поэтому, скорее всего, киокушинкай привлекает себя тем, молодежь, что этот вид спорта, он более так к реальной нашей жизненной обстановке очень так вот подходит. То есть он вырабатывает в детях или в спортсменах, которые уже занимаются, какой-то характер, стержень, умение преодолевать какие-то трудности физические на тренировках, а за пределами тренировки трудности жизненные. Даже скажу вам так, что в прошлом году я тренировал наших бойцов АТО. Вот. Они пришли ко мне, их порекомендовали, я с ними занимался практически год. И кем они пришли? Ну, это было, я вам так скажу, в качестве реабилитации. Вот. Они пришли ко мне и за год поменялись очень существенно. В психологическом плане и физическом. То есть именно пришли в раздел киокушинкай карате. И мне было это тоже приятно. Поэтому я думаю, что из-за того, что он такой вот всесторонний, он, наверное, и привлекает. Тем более еще есть такой же раздел, как танишевай. И каждому ребенку и взрослому хочется попробовать себя. А смогу ли я поломать кулаком доску? А смогу ли я, например, там, ребром ладони поломать черепицу? А смогу ли, например, ребром снести горлышко в бутылке, как это делал основатель школы киокушинкай карате Масутацу Аяма? То есть и вот каждый так вот себя проверяет и находит.
Дякуємо. Ну, спорт, неодмінно, я думаю, здатен змінити якось людину. Ваші побажання наостанок чи нашим глядачам? Я би, наверное, сказав так. Уважаемые телезрители, детки, вообще любители спорта, занимайтесь спортом. Ставьте перед собой вначале небольшие цели, потом более глобальные. Достигайте успехов, потому что только при работе и при развитии человек живет и наслаждается тем, чего он достиг. Вот, в частности, как сделал это я. Ну, я думаю, що це чудові побажання, що це чудові слова для наших глядачів, які, я не знаю, хто ще не прокинувся, ну, неможливо після такого не прокинутися і не зарядитися цією силою, цим позитивом і цією цілеспрямованістю, яку випромінює просто Ігор Капура. Так, і розмова неодмінно мотивує. Дякуємо вам, прощаємося з нашим гостем. Я нагадаю, сьогодні в нас в гостях був голова федерації кіокушинка і карате Закарпаття, майстер спорту України, тренер вищої категорії, володар чорного поясу 3-й дан, а відтепер ще і рекордсмен України Ігор Капура. Прощаємося з гостем, але не прощаємося із вами. До речі, якщо ви пропустили нашу розмову, зможете її знайти на нашому YouTube-каналі телекомпанія M-Studio.